будем делить модель, точнее удалять лишние части. Так, вот наша моделька. Вот. В левом окошке мы видим такую 3D объект лист. В нем находятся все наши детали модели. Вот. Так, мы будем удалять ненужные. Для этого выбираем деталь, например, коллизия. Она нам не нужна. И нажимаем кнопку Delete. Так, двери теперь. Так, это у нас нормальная дверь. Прячем ее. Вот у нас битая дверь. Тоже ее нажимаем Delete. Так, вот это нам тоже не нужно. Удаляем. Удаляем все лишнее. То есть мятые детали и тому подобное. Так, это хорошая дверь. Вот. Все, удалили лишние детали. Так, возвращаем все остальные. Так, теперь нам нужно убрать блеск кузова. Для этого выделяем всю модель, нажимаем Ctrl-A правой кнопкой мышки и идем объект Properties. Нажимаем. Далее видим такое окошко Materials. Нажимаем Properties внизу. Так, далее идем Basic. И вот здесь видим такие 4 штучки. Здесь меняем цвета. Первый у нас будет черный, второй у нас будет белый, и остальные цвета у нас будут черными. Так. И нажимаем закрыть. Окей. Вот мы видим нашу модель без блеска. И убрали блеск кузова. Вот, на этом урок закончен. В следующем уроке будем делить модельные части.